Вдох, выдох. Аджай, у меня друг в гвардии. Он сказал, что люди Пейгана разыскивают рубин Прабатхана. Кроваво-красный рубин. Этот рубин надо вернуть народу. А пока не дадим его украсть. Они продадут его, и мы потеряем дар предкам. Вот, я покажу дорогу. Аджай, друг мой, надеюсь, все в порядке. В мире есть столько нежелательных вещей. По мне, так говно нежелательно. Честно говоря, я бы предпочел не срать. И та еда, которую... Несколько бойцов золотого пути. Наверняка казнь. Аджай, как дела?
Понял.
Спасибо, Аджай. Ты спас кусочек нашей истории. Хирата опять в долгу у тебя. Привет, Аджай! Все только и говорят о тех повстанцах, которые сейчас в плену у Бейгера. Меня звал. И что значит парой? Как макака и банан. Что представляешь при слове макака? Банан. А я идолов, древних идолов обезьян. В прошлом я был несправедлив к моим ближайшим родичам обезьянам. Теперь пытаюсь возместить ущерб. Долгая история. Чего? Как 12 шагов, только с пушками. Я бы и сам справился, но со мной Кока четвертый и Бонга второй. Совсем отощали. Боюсь, снег увидят, в момент замерзнут. А это проблема, потому что те обезьяни-идолы в пещере, запрятанные где-то высоко в горах. Я знаю путь. Стой, откуда инфа? С улиц, чувак. Армия короля тоже их ищет. Не тяни макаку за хвост. Чтобы среди них не было моих знакомых. Ugh.
Чувак, я нашел ящик, но он пуст. Чувак, вот это облом. Хотя стой. Если дружки Пейгана все еще там, то суп даю, они эту проклятую статую тоже не нашли. Где же эта статуя? Куда ее спрятали? Тоже мне игра в горячо-холодно. Точно, холодно. Ледник же. Thank you.
Вытаскивай меня уже. Парень, я, конечно, ветер в твоих крыльях, но в верности до гроба я тебе не клялся. Сердце красавицы склонно к измене, или как там? Блин. Это что, гарпун? Это пронзатель. И теперь он пронзает не только китов. Сдается мне, эта штука проткнет кого угодно. Только немного улучшить. Да. Да ты просто Индиана. А мешок с песком? Надеюсь, ты не забыл поставить его на место статуи? Нет. А яма со змеями была? Змеи в снегу? Нет. Нет? Ну и что, все равно круто. Надеюсь, ты все же порадовал обезьяньих богов. Ладно, найду еще, наберу тебя, а? Это не все? Угу. Ну ладно. Ладно. Номер у тебя есть. И у тебя мой, да? Да. И твой адрес. И номер твоей жены. Она красотка. Девочки.